Неприятное соседство. Один из дворов в центре города постепенно превращается в свалку. Антисанитарию и грязь на улице Ленина разводят местные бродяги. Самостоятельно справиться с новыми соседями жители не в состоянии. Подробности у нашего корреспондента. На прошлой неделе депутаты городского маслихата обошли с проверкой многие дворы города Караганды. Одни они раскритиковали, другие похвалили. Улицу Ленина они назвали самым благополучным золотым квадратом города. Однако у местных жителей несколько иная точка зрения на этот счет. В этот день самих бездомных на месте не оказалось, их забрала полиция. Но территорию, которую они облюбовали, невозможно не заметить. Хлам, картонные коробки, которые, по-видимому, служили кроватью для местных бродяг, мусор, остатки пищевых отходов – все это в сквере перед улицей Ленина. Прибывать здесь – настоящее испытание. Там на лавочках сидят, грязь, мат, водка, в общем. А потом, ну, естественно, наклюкаются до такой степени, что где-то тенек им нужен. По словам местных жителей, бродяги облюбовали не только сквер, но и всю территорию двора. Здесь стоит детская площадка, где играет местная ребятня. По соседству не всегда трезвые бездомные. И только тяжелая лопата жителей дома может прогнать их со двора. Стражи порядка положение не спасают. Бескровных забирают, но через некоторое время они появляются вновь. Я с ребенком туда пройти не могу, потому что, во-первых, зараза, во-вторых, тут буераки такие, в-третьих, тут мне такого контакта нам не надо. Нет. Содержать двор в чистоте стремятся сами жители. Своими силами они убирают последствия жизнедеятельности бездомных. Конечно, мы не можем, мы не в состоянии все вот это вот каждый день здесь эту грязь собирать, эти бумаги, бутылки из-под пива, из-под водки, презервативы здесь валяются, скамейки все сломанные. Как было хорошо, когда сразу сделали. Чистота, порядок. Амина Смакова, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.